поделюсь одним секретом, как проходят съемки. В общем, снимаю видео я обычно при дневном свете, когда день и солнышко заглядывает, потому что у меня прожекторов нету, поэтому все безбюджетно снимаю только днем. Как создаю эффекты макросъемки, когда вот объект крутится? Собственно, у меня пока все безбюджетно, я нашел белую такую шнягу от газовой плиты, поставил, собственно, это у нас получится такой белый фон. Поставил часы на лист бумаги А4 и, собственно, саморучно вот так вот пытаюсь крутить так синхронно, чтобы они двигались вот так вот без рывков. Поэтому, когда вы посмотрите выпуск, то будут часы крутиться вот так вот на 360 градусов. По сути, это все безбюджетно. На самом деле, как создаются такие эффекты? Тут просто существует такая тарелка какая-то там на батарейках. Нажимаете, и она сама просто крутится, как просто крутится. Поэтому на нее можно ставить часы, и они сами будут крутиться по часовой, против часовой стрелки и без всяких рывков. Но так как у меня ничего нету пока что, поэтому приходится самостоятельно создавать такие вот движения, пытаться находить ракурсы в ручном режиме, в режиме со штатива как-то снимать, вот так пытаться, чтобы выглядело это все красиво.